В Нарьян-Маре прошел фестиваль команд КВН «Заполярная лига». Побороться за право считаться самыми искрометными решили 5 команд. Им предстояло пройти 3 конкурса – фристайл, разминку и музыкальный конкурс. Кто стал обладателем летнего кубка и заставил больше всех смеяться жюри и зрителям, узнаем у нашей коллеги Любови Пермяковой. Кстати, знакомьтесь, это Надежда, первая в мире ветроустойчивая женщина. Надежда Пальнева в КВН всего год, но уже успела выступить в межрегиональной лиге «Балтика» в Санкт-Петербурге. В прошлом году Надежда получила титул лучшей актрисы, а на этом конкурсе еще раз поразила жюри. И не только своей ветроустойчивостью. Как говорят, ненецкий народ, он очень творческий. Он умеет рисовать, петь и так далее. Поэтому музыкальный конкурс вам удался на славу. Ну и ветроустойчивая женщина. Вы просто неотразимы. Неотразимая Надежда очень контрастно смотрелась со сцены со своим менее ветроустойчивым, но таким же юморным партнером Олегом Пырерко. Браво, Наденька! Какой знакомый голос! Это не вы у нас под окном по утрам чайку изображаете? Ну, Чукча, это ты зря сказал. Ненец я! Иди сюда, ненец! Свой национальный колорит Олег использовал, как говорится, по полной. И полная обаятельная Надежда ему в этом помогла. Я шаман! Мне ж в армию нельзя! А мне жирного нельзя, и что? Рот открываем, говорим «а». А вот соперники Надежды и Олега из команды «Пацаны вообще ребята» блеснули в музыкальном конкурсе. Песня про Нарьян-Мар после конкурса ушла, как говорится, в народ. И в интернете набрала уже сотни просмотров. Нефть, газ, лесозавод. На этих ресурсах наш город живет. Улица имени Ивана Выучейского. Питколледж имени Ивана Выучейского. Общага имени Ивана Выучейского. Новости ведет Алина Выучейская. Жванецкий даже однажды сказал: это же Нарьян-Мар! Для тех, кто не знал. Тема Нарьян-Мара и НАУ Заполярной лиги была самой популярной и объединила все 5 команд. Новые люди, все свои, отцы, пацаны вообще ребята и IQ-2000. Я уеду жить в НАУ! Жюри пришлось нелегко. Профессионализм команды растет с каждой игрой. Но все-таки лучшими в результате отчаянного соперничества стала команда «Новые люди». Любовь Пермякова, Сергей Качегов, телеканал «Север».